Тогда на дурнен коронавирус пандемия татурдар халмах костролоса кампания сахасренка на тагар дивиденты дурге белемин биллерде. Мандым гарнына бүкүндерге кампания кетен көрсөбөте. Илымна. Булрын тогда устук саластра лороса үпөттүгөр үтөдүм ктерсидеспите. Онан эки тынчы 19 сыл эки саңарын түмүгүнен республикага дивиденты дурге бардылар. Прошлый год для компании был достаточно успешным, и мы заплатили уже 30 миллиардов дивидендов, и дополнительно выплатим по второму полугодию еще 16 миллиардов рублей. Доля Республики Якутия и алмазоносных провинций около 16 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на, безусловно, бюджетные нужды республики, бюджет которой и так пострадал от последствий коронавируса, потому что не только в компании «Алроса» развиваются определенные тенденции с марта этого года, но и по ряду других отраслей. Но эти деньги, я уверен, что грамотно будут направлены на соответствующие нужды бюджета Республики Саха-Якутия.